Сотрудники уголовно-исполнительной системы отметили свой профессиональный праздник. В Ивановской области сейчас более 2500 сотрудников УФСИН. Ведомство было учреждено ровно 136 лет назад императором Александром II. Тогда это был тюремный департамент. С тех пор идет отсчет истории УИС в России. За годы специфика ведомства немного изменилась. УФСИНовцы теперь не просто обеспечивают изоляцию преступника. Их задача поспособствовать тому, чтобы, отбыв положенное наказание, осужденный впредь закон не нарушал. Работа очень ответственная, очень серьезная, потому что одна из задач, которая стоит перед уголовной системой, это изоляция тех, кто преступил закон, от общества. Но в то же время не только изоляция и кара, но в то же время и, так скажем, социализация, ресоциализация тех, кто отбывает наказание, и профилактика рецидивной преступности.